О своем участии заявили 1500 спортсменов из Сочи, Геленджика и Туапсе. Возраст спортсменов от 9 до 55 лет. Возрастные группы стартовали с промежутком в 15 минут. В Олимпийском парке было установлено 10 контрольных пунктов. В задачу участника входило в течение контрольного времени, это 30 минут, отыскать заданное для его группы количество КП, сделать на них отметку в соответствующих клеточках на карте и финишировать. В итоге большинство призовых мест поделили между собой участники из Сочи и Геленджика.